чтобы был крупный шрифт. Пока ВХ-шник. Сейчас, подождите. Да. What do you need? Чё, так хорошо? Ask away. Как ты стал серым стражем? You did. You drink some blood, you choke on it and pass out. You haven't forgotten already, have you? Так, ха-ха-ха, смешно. I did my best. What can I say? Let's see. I was in the Chantry before. I trained for many years to become a Templar, in fact. That's where I learned most of my skills. Ты не похож на истово верующего человека. You're telling me I was banished to the kitchens to scour the pots more times than I can count. And that's a lot. The Grand Cleric didn't want to let me go. Duncan was forced to conscript me, actually, and was she ever furious when he did. I thought she was going to have us both arrested. I was lucky. Так, чё там? Не хотела меня отпускать Дункану, даже пришлось применить право призыва, отчего владыка пришла в ярость. Я думал, что она прикажет схватить нас обоих, так что мне еще повезло. Так, думаешь, это лучше, чем быть... Почему не хотела тебя отпускать? And I think I can do more fighting the Blight anyhow, rather than sitting in a tent. I'll always be thankful to Duncan for recruiting me. If it hadn't been for him, you know, I wouldn't have. Мне очень жаль. Напрасно напомнил тебе о нем. Прошу, не надо больше разводить макроту. Ниже пояса. Он был хорошим человеком. He was. A good man. Come on, let's go. Камон, let's go, Алистер плюс один. Видали? Все, шикардосик. Ну ладно, так уж и быть. А какой у меня стоял, 22-й, по-моему? Или 20-й, хрен его знает. С твоим минус 6 норм стало, ну ты это, очечки одень. И будет нормально, я думаю. Ну или смотрите на весь экран. Да, так хорошо. Так, ладно, неважно. Еще я сделал вот сейчас, смотрите. Снимаем шляпу. Надеваем шляпу. Та-дам! Лысая башка. Блин, а вот мод на убирание крови я и забыл поставить. Я забыл то, что здесь кровь просто люто остается на этом. На... одежде, на лице и на тому подобное. Зато Морриган теперь чистенькая. Чистокровная Морриган. Да, глаза у нее действительно желтые. Она как паучок или типа того. Так, ну ладно, пошли. В общем, что? Мы сейчас в Лоттеринге, Фирлдене, хрен его знает, короче. Беженец, прикид. Хочешь домой? Бывает. Курица. Можно, как в Фейбле, разбежаться со всей дури и плюнуть курицу? Это, плюнуть, говорю, пнуть курицу. Беженец, сломанный ящик. Меня кое-что, что удивляет, если ты хочешь выслушать. Разве не ты старший серый страж из воздух, хоть слевших при Астагаре? Мне кажется странным, что ты позволяешь собой командовать. Is this the policy of the Grey Wardens, or simply a personal one? What do you want to hear? That I prefer to follow? I do. You sound so very defensive. Couldn't you crawl into a bush somewhere and die? Бля, как же вот этого реально не хватает в этом. Да вообще везде. С первого Mass Effect и первый Dragon Age — это единственные игры, где персонажи реально интересны диалоги между собой. Ну, как-то взаимодействует. Правда, первый Mass Effect в основном проявлял это в лифте. Если ищешь надежное убежище, предупреждаю, здесь ты его не найдешь. Лоттеринг обречен. Новости. Что известно? Короче, там дохлый храмовник лежит.
Ты не хочешь про него услышать ничего? No offense. The band has marched north with Terran Loghain, so Lothering's on its own. Most folks look to Eld. Otherwise, you could speak to Sir Bryant in the chan. Окей, ты какой-то useless чувак. Я тебе про дохлого храмовника на мосту хотел рассказать, а ты? Я могу только догадываться, но кажется, все в Лотеринге уже в курсе насчет наступающих порождений тьмы. Ага, то есть ты это... Это был не диалог, это был... You profit from their misfortune. I should have the Templars give away everything in your carts. You wouldn't dare. Any of you step too close to my goods and I'll... It's so nice to see everyone working together in a crisis. Warms the heart. Oh, you there. You look able. Would you care to make a tiny profit helping a beleaguered businessman? Так, сами разбирайтесь, не стану, с чего бы стану тебе помогать. Убери немного, и я подумаю, твоя бойкая торговля кому-то пришлась не по нраву? His only survival of the fittest. All of these cretins would do the same in his shoes. I have limited supplies. The people decide what those... You bought most of your wares from these very people last week. Look, stranger, I have 100 silvers if you drive this... 100 серебряных, это один золотой. Но звучит типа более это... Звучит более так это... Количественно, 100 серебряных. Так, мне неинтересно, что ты можешь мне предложить. А ты что можешь предложить, сестра? Убирайтесь. Тебе не кажется, что ты ведешь себя бессовестно? They spend their very last coin, because they are desperate. And this man preys upon them, as surely as the bandits outside the city. Да, I'm not arguing anymore. Drive off this woman and get your 100 silvers. Otherwise, I'm taking my wagon and leaving. Убедите. Думаю, ты сможешь пойти на уступки и все же не остаться в накладе. Запугать. Или снижь цены, или потеряешь товары. Уходи, жрица, сами разбирайтесь. Так, ну убедим его. Thank you for your generous assistance. May the Maker watch over your path. Не, ну все, я получил благословение ради этого и стоит жить. Морриган минус 3. Ничего страшного, я тебе браслетик подарю потом. Иди сразу в таверне с торгашами, не говори, это Морриган минусанет. Да насрать на то, что она минусанет. Тут есть, по-моему, дополнение какое-то, то, что в лагере можно покупать подарки. Они либо плюс 50, либо минус 50 дают, и, короче, можно... Как хочешь, типа, варьировать эти. Так, ну. Варьировать, короче, отношения. Так что, я все равно... Они же здесь не покидают отряд в любом случае, даже если ты их люто заминусуешь, только если ты их прям выгонишь. Так что меня как-то это не особо парит. Так, сумки у него нету, значит, ничего особо интересного он мне предложить не может. Посох у него тоже довольно дерьмовый. А вот я ему... Блядь, что у меня так много всего. Так, 6,6, 5. Надо продать всякий шлак. Не забывай, как можно меньше убийств, будь добрым, это будет плюс к карме. Я... Да, я типа, да, но как бы может быть на самом деле и нет. Я вот не знаю, для Стена оставить все этот комплект тяжелых доспехов. То, что для Лианы надо, это ясно, типа, а вот для Стена хрен его знает. Шанс отразить вражескую магию, уклониться от снарядов. Защита 4.
Кстати, звучит нормально, можно Алистеру отдать. У него, правда, силы, по-моему, столько нету. Так, это мы еще все раздадим. Бля, вот это вот, как вот в этом вот разбираться, я не знаю, короче. И в итоге, на что у меня 60 слотов занято, я хрен его знает. Просто жесть. Надо что-нибудь продать, какие-нибудь частные перечень доходов, расходов в семье, полезные для купцов, обсуждающих контракты и цены. Ну, раз написано, что полезные, то, наверное... Наверное, полезный. No Helmet Rulebook. Это надо прочитать, наверное. Или типа того. Хрен узнает, как это работает. Но... Валена тебе в помощь. А, ну, блин. Вален. Я типа жду, Вален не отвечает. Ну ладно, значит, не к спеху в любом случае. Ладно, пошли сразу в этот. Сэр Моран. Сэр Моран. Ну ты придурок, сэр Моран. Вернее, Моран это типа тупой. Так. То здесь, то там замечают порождение тьмы, но они все одинокие. Про главную орду пока ни слуху, ни духу. Они там короля вашего убили. У них здесь такие массивные доспехи, прям как в Fallout'е в этом, в первом, ну или во втором. Они как это, как братство стали. Храмовники. Так, где-то тут Лилиана, короче, сидела. Но, наверное, не здесь. Так, кодекс о том, как откололось. Блин, не успел прочитать. Сестра. Привет, сестра. Что скажешь? Окей. А, Лилиана в таверне, а я в часовню пришел, да? Интересно, Лилиана не будет против, если я возьму ее и, короче, это... И в часовне пооткрываю все эти... Все замки. Что за Донал? Привет, Дональд. Sir Donald, is that you? Alistair? By the Maker, how... Not yet. No thanks to... If Arl Eamon were well, he'd set Loghain... If he were well? The Arl is stricken with an illness that threatens his life. We have found no... When did... Only a few weeks ago, but he has declined quickly. No one knows the nature of the... Our only hope now is a miracle. Every knight of Redcliffe has gone... Andraste's ashes are set to cure any illness. But I fear we are chasing a fable. With each day my hope dims. Так, не собираешься бежать от порождения тьмы. Я надеялся с ним повидаться. Поиски священного пепла привели тебя сюда. Ну-ка, привели сюда. Они определились бы, пепел или прах все-таки. Ну, это как бы одно и то же, но все равно. Угу. Так, расскажи мне об этой урне. Прах Андрасте. Ты наверняка все это знаешь. Ну-ка, а что ты знаешь? Не, ну книги это отстой, давай диалогами. Кто такой сэр Хенрик? А, ну так он мертв. Медальон с запиской. Thank you for giving me these. I would never have known otherwise. Я очень сожалею. I wonder how many of us have met similar fates on this mad quest. Так, порождение тьмы. But I fear I shall be returning to Redcliffe with nothing to show for my efforts. Так, я надеюсь с ним повидаться. Зачем? Помощь в борьбе с Логейном. I see. The Arl is a popular man, it's true. Tern Logh. Whatever the Tern has done or not done, the Arl remains ill or worse. That is my primary concern.
Логейн причастен к болезни Эрла. But what if Logain planned that? We should see what's happening in Redcliffe ourselves. I believe that now more than ever. If nothing else, I am certain you would be welcomed at Castle Redcliffe. The Arlesser is there, and she could tell you more than I could. Окей, короче, в Редклифф, но мы не пойдем сразу в Редклифф. Perhaps later I will seek out the scholar his note mentions. But I must go. Thank you again, good sir. Ученого мужа. А я записку-то не читал, кстати. Блин. Записку-то я и не читал. Комодец. Ой, а он закрыт. Мне вообще показалось, что это книжный шкаф, а он выглядит как комодец. Так, с преподобной матерью пока разговаривать смысла нету. Это я помню, то, что с ней надо болтать, чтобы Стена выпустить. Так, книжная полочка. Кодекс. Чё за кодекс? Лишь один человек, священный прах Андрас... О, кстати, можно... Ладно, почитаем, раз уж квестовая... Ни хрена себе, ну ладно, прочитаем, раз уж квестовая хрень. Лишь один человек знал о предательстве Маферата Гаварта Аегис, друг детства Маферата. Он сопровождал его на встрече с тавентерцами, не догадываясь, что тот задумывал. Когда же Гавард понял, что Маферат выдал Андраста врагу, он, не желая обнажить меч против друга и сюзерена... Сюзерена, это как... Что? Сюзерен? Это как кузены, я не знаю, Сюзи? Из Mass Effect'а. Закрыл Андрасты с собой, это винтерский солдат. Винтерцы ранили его, бросили на землю, и Маферат оставил друга умирать. Тяжело раненый Говард все же добрался до ворот Минтратоуса, надеясь предотвратить казнь. О, в Минтратоусе мы случайно в Инквизиции не были. Но когда до них добралось, ужасное уже произошло, и армии на равнинах уже давно были распущены. Говард, проклиная свою слабость, увидел бренный прах Андрасты, оставленный на дожде и ветру, и заплакал. Но когда он, дотронувшись до горстки пепла, его уши наполнила песня, а глазам его явилась Андрасты, облаченная в звездный свет. Она преклонила перед ним колени и сказала: «Покуда помню тебя я, не забудет тебя и Создатель». Песня утихла, и вместе с ней развеялось видение. Гавард стоял один под дождем и ветром, но раны его исцелились. Исполненный силой надежды, Гавард собрал прах Андрасты и отнес его в земли Аламари. Боясь, что до праха Андраста доберутся сторонники Маферата и осквернят его, Гавард отнес прах в уединенное место в горах и положил его в урну, вырезанную из живого камня. Время шло, и местонахождение урны подернулось пеленой забвения. Возможно, на то была воля Создателя, чтобы лишь самые достойные могли найти последнее пристанище его возлюбленной. Сейчас у нас в распоряжении только легенды. Широко известна, например, баллада о рыцаре Лотаре, он еще друг Медива был, давшим обет разыскать урну, чтобы спасти умирающую дочь, и то ли нашедшим прах вовремя, то ли вернувшимся через сотню лет после смерти дочери. Концовка баллады в этом отношении весьма и весьма неоднозначна. Брачинитиви, Тидас, мифы и легенды. Так, тут вот ринги есть забагованный квест, девица просто просит делать ей ловушки, так эти ловушки можно бесконечно сдавать за каждую порцию. Экспай деньги. Не, я... Не, это не юзаю баги. Эта игра как стоящая или так себе, а то она мимо меня прошла. Какая? Dragon Age Origins? Ну, стоящая. Как бы... Если в Fear я играю через силу, то в Dragon Age я играю только потому, что сам хочу в нее играть. Первый мор, часть первая. Ладно, про мор мы читать не будем, типа... Там мы и так знаем, архидемон, древние боги из черного города. Мор находит древнего бога, и он потом ими управляет. Все дела. Кто такие Гавард и Андрасты, и о чем книга? Короче, Андрасты — это местный Иисус. Только она не дочь бога, она возлюбленная бога их, который называется Создателем. This evil will cover the world. Господи, какой отличный у него голос, просто шикарный. Please, you're scaring the children. Чё-то я не вижу детей. Перерезать им горло сейчас. One of their minions is already amongst us. This man bears their evil stench. Can you not see the vile blackness that fills him? Неужели некому угомонить этого безумца? Be my guest. I've no urge to try out that axe of his. Ага, храмовник сказал.
This minion is but the first of those who will destroy us. Ты попусту отнимаешь у меня время, вопи себе дальше. Так, нет. На тебя больно смотреть, что произошло? Семья, клан. Растерзали их всех. But we cannot escape the darkspawn. Их можно победить. No, I have seen them. You cannot run. От них нельзя убежать, но ты же убежал. Ты же видел их, и ты убежал от них. There is nothing to do. Блин, no, просто чувак орёт постоянно. Серия Dragon Age путня. Третья часть такая себе, на самом деле. Вторая тоже такая себе, но на самом деле мне вторая нравится как игра. Я ее проходил раза три. Так, мы, Feral Dance, отбивались в прошлом и от боли страшных врагов. Думаю, ты недооценишь наши возможности. Магию, например. Тогда на меня еще и храмовник обозлится. Мы, Feral Dance. Я трус? Я хочу сказать, что ты идиот, только послушай, что ты несешь. Конечно же нет. Я знаю собак, у которых больше мужества, чем у тебя. Так, конечно же нет. Надежда всегда есть. Мужайтесь. В Денерим. Да, валите отсюда. А ты был useless, piece of shit. Головная боль твоя пройдет. Чё ж ты, придурок, не разогнал ты их сам? А, еще длинный лук. Беженец. О, беженец тут, беженец там. Разбойники повсюду. Знаете, всех, кто грабит беженцев, ожидает неизбежное... блин, тут какой-то мелкий шрифт. Для этой хрени мод не работает. Короче, мы взяли квест на убийство разбойников. Думаю, это и так понятно. Так, припарка. Целебная. Крепкая кожаная перчатки. Откуда я пришел? Так, груда булыжников. Mother, ты чё, мамку потерял? Бедняжка, ты потерял свою маму. А ты рыжий, у тебя души нет. He went with William to the neighbors yesterday, but he didn't. Mother said I wasn't to go with anyone. I'm supposed to wait for her here. Да, в церковь вали. You're a really nice man. Ну ладно, может мы придем и принесем голову мамки ему на это, на блюдечке. I'd rather talk about your mother. Well, there's nothing to talk about. And besides, isn't your... Это и твоя матушка зловещая ведьма, которая живет в лесной чаще. Это кто-то интереснее. To you, perhaps, you would find the moss growing upon a stone interesting. You know what's more interesting than that? Apostates, mages outside of the tower. That's illegal, you know. You did not read that in a book somewhere, did you? I hope the small letters did not strain you over much. Oh, we could not talk about your mother. That works for me. Окей. Так, что там у нас? Шахтер. Это таверна? Это убежище Дейна. Кто такой Дейн? Where? Так я сказал, что вон церковь шел. Солдаты Логейна. Didn't we spend all morning asking about a fellow by this very description? And everyone said they hadn't seen him. It seems we were lied to. Gentlemen, surely there is no need for trouble. These are no doubt simply more poor souls seeking refuge. They're more than that. Now stay out of our way. Сестра с мечом за спиной. If you protect these traitors, you'll get the same as them. Похоже, он жаждет драки. Сударина, мне не нужна твоя помощь, не вмешивайся. Давай лучше поговорим, пока ситуация не вышла из-под контроля. Ostagar,
Да? Если ты там был, то расскажи тогда, как два серых стража могли кого-то предать. Чё, прям вот так вот вы прям такие злые, да? Командир, значит, да? Ну давайте попробуем что-нибудь наколдовать. Немного лопнул. У меня кончилась мана. Блин. Good. They've learned their lesson and we can all stop fighting now. Не хочу, чтобы они сообщили обо всем Логейну. Передайте Логейну послание. Не заслужил там. Послание ему передайте. Серый страж знает, что произошло на самом деле. Он заплатит за содеянное. Со мной такие номера не проходят. Окей, серые стражи. I apologize for interfering, but I couldn't just sit by and not help. Так, и кто ж ты такая? Все в порядке, я рад, что спас тебе жизнь. Я признателен за твою попытку. И где же сестер учат так драться? I wasn't born in the Chantry, you know. Many of them. Let me introduce myself. I am Liliana, one of the lay sisters of the Chantry here in Lothring. Oh, I was. Как Морриган можно не брать, и они же не будут с Алистером сраться. Ну... Будем считать то, что Алистер будет с Вин сраться, хотя не уверен. Или с Лилиадой. Так. Послушно в церкви Латерлина. Бывшая очередь, значит, очень приятно. Так, чем именно ты можешь мне помочь? Помощь не понадобится, это правда. Почему ты так рвешься? Почему ты так рвешься со мной? Повелел Создатель. Ага, видимо, после этих слов я должен пойти на попятные. Создатель на моей стороне, тогда присоединяйся. А, уточни, пожалуйста. And this darkness, this chaos, will spread. The Maker doesn't want what you do. What you are meant to do is the Maker's work. Let me help. Я не отвергаю предложенную помощь. Your skull was cracked worse than Mother thought. Thank you. I appreciate being... Так, ну, пока, Буми, может, потом я поставлю мод, чтобы ты не считался полноценным компаньоном. Я просто брал тебя всегда с собой. Вот, нормальная система выбора персонажей, блин, как в первом Mass Effect, как во втором Mass Effect, как в третьем Mass Effect, как в первом Dragon Age, как во втором Dragon Age. И только в третьем Dragon Age сделали сраные карточки, которые надо кликать постоянно влево-вправо, влево-вправо. Тут просто потыкал по всем, как надо, и все, в общем-то, хорошо. Так, давайте ее сразу... Так, качнуть ее, судя по всему, нельзя. А вот... Надеть на нее всякую шляпу можно. Мягкая кожа, жесткая кожа. Почему-то мягкая кожа дает больше защиты, чем жесткая. А тут у нас что? Жесткая. Ну давайте всю в жесткую ее. А, у меня даже сапог нету для жесткой кожи. Тогда всю в мягкую. И у нее бонус от комплекта даже появился. Так, и лук. Это кыш. Это лук. Сразу тактику ей также поставим. Драчун, лучник дистанционный. Ну и пусть сама, в общем-то, думает. Окей. Чё там у тебя? Песнь доблести. Не будет он с Вин сраться, хотя там тоже смешные моменты будут. А как же Буми? А кровь же можно в настройках отключить. Ну так ее можно отключить, по-моему, она полностью в игре отключается, а не этот. Не так, как я хочу. Я хочу, чтобы она как бы была, но быстрее исчезала с тел. Это модом делается, это я в курсе. Так, а чё... Короче, ладно, сама активирует в бою пассивки, какие хочется активировать в бою.
Если насчет еды, то это к треклятому коротышку возле церкви. Он продажи другие вещи. Я обо всем позаботился. Спасибо. Покажи, что у тебя есть. Я не понял, я квест выполнил или что? Так, что у него есть? Что у него есть? У него есть Эль. Это подарок. За две этих. Хм. Не, ну, такой дешевый подарок, типа, чё бы и не купить. Так, эти штучки надо продать. Вяз можно продать. Кожу можно продать. Церковное одеяние тоже можно продать. Это надо раздать им. Блин, вот чё вот отсюда продавать, господи, сколько ж тут всякой... Бумага. Волчья шкура. Не уверен, что она нужна. А вот здесь вот все посложнее. Ингредиенты для крафта. Все равно не понимаю, как 55 набирается так быстро. Типа вот в этих вот двух вкладках у меня так много всего лежит. Ну хотя да, здесь много действительно. Десятка два, наверное, шмоток. Даже больше. Ну или как раз 20. Бухло в подарок гному будет. Здесь в отряде есть гном. Я что-то забыл то, что в Origins... Я по-моему, до Астагара, потому что, вернее, до этого. Аргримара. Аргрима. Я забыл, как этот город, короче, город называется гномий. Аргримар-то это из Варкрафта. Стальгорн, тоже из Варкрафта. Так, а чё? Чё за квесты ты хочешь? Оплачиваемая работа. Объявление на доске. Я когда-то этим увлекался. Где взять ингредиенты? В лесу, травы. Так. Ядовитое предложение, ну-ка. Хочет расстановить вокруг своей фермы отравленные капканы, чтобы защитить свои владения от бестий и прочих незваных гостей. Он попросил тебя изготовить подходящий яд. 3 бутылок яда будет достаточно. А какой яд подходящий, мне интересно? Арцамар, вот, точно. Ему надо 3 склянки с ядом. Ну, у меня есть вот изготовление ядов. Но склянка у меня, правда, всего одна, так что... И животного яда у меня, собственно... А может, ему экстракт корня смерти? Ну, ему яд, наверное, я так думаю, нужен, да? Или у меня есть вообще какие-нибудь склянки с ядом? Смазка, смазка, яд... То есть у меня есть одна, я могу сделать еще одну, и третьей нету, потому что что? Потому что нужен животный яд. А у тебя продается животный яд? Или склянки? Рецепты всякие продаются, но пока не буду я их покупать, собственно. О, ни хрена, склянки-то у него есть. То есть склянки не проблема. Вообще никаким боком. А вот живого яда нету. Надо искать. Животный яд с пауков. Окей, значит, будем искать пауков. Тут у нас что? Барт, беженец. Привет, Барт. Тебе надо поиграть, ну так играй, кто тебе мешает-то. Ну ладно, будем считать, что она тренируется. О, солдат. Деньги с солдата. Повар, сундук. Бочка, куча мешков. Я вот не помню, здесь есть такая система, то что типа ты воруешь вещи и все такое. Ну, на меня один раз сагрились, когда я воровал вещи. Ну, вернее, не воровал, я у разбойников типа брал вещи. Они посчитали то, что это противозаконно.
Did you speak to that knight yesterday? К чуваку у сундука подойти надо. How are we supposed to know where the urn of I shall do it. Sacred ashes is. Might as well ask us how to get to the moon. Вот тут еще какой-то Алисон есть. И этот. Ну я тут ко всем подойду, типа. О, Алисон. Это, наверное, Элисон, в смысле, потому что Элисон это женское имя. Алисон больше на мужское похоже. Hello, stranger. I don't think you know. Одной яды, другой капканы. А зачем тебе капканы? Barlin wants to poison his traps. I just want normal traps. Так. Почему просто не купить капканы? Barlin has all the traps in the village in his fields. Извини, не умею делать капканы. Ну, так. У нее есть отрава. Да, только это вообще не эта вкладка. Как мне найти нужную вкладку? О, П, Л, Кей, Кей. Хорошо. Капканы. Блин, я Лилиане хотел капканы вкинуть на самом деле. Потому что, типа, ну, это логично. Она разбойник и делает капканы. Может, вообще Морриган засадить капканы? Что Морриган умеет делать? Немного травничества, немного боевой подготовки. А Алистер... Только боевая подготовка. Кстати, я вот так вот хотел сделать, чтобы... Чтобы все выглядело нормально. Так, чувак у сундука. Ну давай, старейшая... Старейшина Мириам. Мириам. You've got a bed for the night. You've taken care of. Чё? Я вообще-то рассчитывал, вам не помешает моя помощь. Need blades right now. We need beds, food, and an end to all. I don't suppose you know anything of tonics, medicines, or herbs. Я немного смыслю в травоварении. На самом деле не я. Ну хотя да, и я тоже, но и это, и Морриган. Then you may be able to do us a lot. All manner of travelers come through, many injured or sick. Че, аптеку вам сделать? А, целебные травы. If you make a few poultices. I'll write all you need to know in this... При парке. Блин, она мне старейшина попросила вас употребить свои познания в травах на то, чтобы приготовить малые целебные припарки для раненых беженцев. Трех припарок будет достаточно. Так я могу прямо сейчас их отдать, у меня их 15, по-моему. Вот, они мне не понадобились. Я добрая душа. В таверне чувак у сундука, блэкстоунский волонтер. А, в таверне чувак у сундука. А я думал, вот этот чувак из сундука, правда, этот чувак оказался чувихой. Блэкстоунский волонтер. Хм. Чувак у сундука. А, ты что ли? Я этот сундук даже не заметил, он же не подсвечен. As I live and breathe, you're the Grey Warden everyone's been talking about. I represent the Blackstone Irregulars. We're a mercenary company that... I'm sure you know that times are getting worse every day. With your help, the Irregulars could be of use to Ferelden once more. И как вам помочь? If you might be willing to help. Each of our posts in Ferelden will contain... Unlike а, я вспомнил, что это за квест. Straight from Railnor and Tauran, our leaders. I hope это, короче, по всему миру надо бегать и это... По-моему, раздавать письма. Mission, me, a... Да. Окей. Кодекс обновлен. Ну ладно. Так. Волонтер. Так, что делать? Блин, какие-то долгие подгрузки. Это при том, что игра на SSD-шнике стоит. Так, она дает задание для этого. А, это Стэн. Тогда ладно, пошли побазарим со Стэном и попробуем его освободить. But what about my food? I said enough. Да, храмовники какие-то мега
мега тупые. The carnage we left in the wilds was horrifying. Какая интересная баба. Графон прям как в Fallout 3. Ого, автосейв. Да, кунари здесь, конечно, выглядят не особо как кунари. Они со второй части начали представлять из себя что-то кунарийское. Здесь тупо такой чувак, просто большой и сильный. I will not amuse you any more than I have the other humans. Leave me in peace. Кто ты? A prison. I'm in a cage, am I? The revered mother said he slaughtered an... It is. I am Sten of the Beresad, the vanguard of the Kunari peoples. You mock me, or you show manners I have not... Though it matters little now. This is a proud and powerful creature, trapped as prey for the Darkspawn. Mercy? I wouldn't have... I would also suggest that Alistair take his place in the cage. Yes, that... I suggest you leave me to my fate. Почему-то Алистера с Кайденом Оленко на самом деле сравнивают, но Кайден Оленко отстойный персонаж, а Алистер клёвый. Не знаю, может, они внешностью, потому что похожи. Только один блондин, другой брюнет. Так, мне сейчас очень нужна умелая помощь. Что-то натворил, что очутился здесь. Воды и пищи. Я могу положить этому конец. Так. I have been convicted of murder. Have the villagers not spoken of this? Кого-то убил. Это действительно твоя вина? Are you asking if I feel guilt or if I'm... However I feel, whatever I've done, my life is forfeit now. Если ты чувствуешь себя виноватым, зачем ты вообще это сделал? Either you have an enviable memory or a pitiable life to know nothing of regret. Запоздалое раскаяние? И кого-то убил? The people of a farmhold. Eight humans, in addition to the children. Правильно, дети не люди. Все правильно. И не считай женщин, еще забыл добавить. Так. Это ужасно. Согласен. Сколько тут уже сидишь? I shouldn't last much longer, another week at most. Сложно было. И это все без пищи и воды, ты очень выносливость. Сложно было тебя поймать. И ты не сопротивлялся. Почему? Нормальный ответ. Хочешь искупить вину? Это не единственный способ. Помочь мне защитить земли от моры? У меня очень важное задание. Какая тебе разница, если ты будешь свободен? Защити землю от мора. Ты серый страж. Именно. My people have heard legends of the Grey Warden's strength and skill. Though I suppose not every legend is true. Преподобная мать не согласится тебя выпустить. Perhaps if you told her the Grey Wardens need my assistance, it seems as likely to bring my farewell then. To be left here to starve, or to be taken by the Darkspawn? No one deserves that. Not even a murderer. О, и Лилиана, судя по всему, тоже не против того, чтобы его выпустить. Это очень кстати, учитывая то, что, наверное, именно с ней я и буду мутить. Ну, тут просто персонажей-то особо не остается. Морриган, Лилиана, Дозевран. Но поскольку я немного гомофоб, то о Зевране речи не идет. Скажи мне вот что, Морриган, неужели ты... прожила там всю жизнь в лесу. Иногда уходила туда, но все равно возвращалась. В чем дело? Тут что-то странное. Это был мой дом. Ну и там были только ты и твоя мать, и больше никого. У матери иногда бывала компания. Да, компания. Компания. Почему на канале подписки нету? Потому что стрим смотрит мало людей. Я мог бы, конечно, подать заявку, но мне самому как-то это пока не хочется делать. То есть у меня есть партнерка, и по идее все партнеры могут подать заявку, чтобы на канал можно было подписываться, но зачем? Я не вижу особо смысла в этом. Если хотите как-то помочь каналу, у меня нет уже никакой даже модерации. Не говоря уже о том, что какие-то привилегии для подписчиков. Если хотите помочь каналу, можете задонатить там снизу. О, книжка упала, я ее вроде не читал раньше.
Приключения черного лиса. Что-то знакомое. Серый лис, по-моему, был в этом, в Обливионе, в гильдии воров. Так, преподобная мать, привет. Good day, sister Liliana. I'm surprised to see you're still in Lothering. It is good to see you as well, your reverence. I do not recognize your companion. Greetings. Will you be making a donation to the Chantry? Our need has never been greater. Гестину церкви, здесь что судишь? Сколько принято платить? Мне нечего тебе дать, я даже не знаю, кто ты. I am the revered mother of this chantry. Traditionally, those who seek my blessing tithe first. Ни хрена себе, это какая-то прям... Это прям РПЦ, прям только первая же фраза, в первом же предложении она говорит, типа, кстати, деньжат не подкинешь мне? Ну, я преподобная мать, там, создатель, все такое, денег дай мне. Я такой, окей, на, купи себе Бентли. 30 серебряных монет. Я могу предложить 5 золотых. Чё, блин, совсем что ли? На тебе 30 серебряных. Кстати, символично, сраная Иуда. Так, что, хочу поговорить о Стэне, Кунари, которого ты заперла. Сэр Страж, мне нужна твоя помощь. The Tern claims that the Grey Warden... Виновны в гибели короля. Lay low, and I promise to keep your presence a secret. Now, if there is nothing else... Наверное, зря я сказал, что я Серый Страж. It might have been kinder to execute him, but I leave his fate to the Maker. Why does he interest you? Так, что он совершил? Ну, я знаю. Осложнить с сородичами, освободили, он может мне пригодиться. Как я могу тебя выпустить? Выпустить его. Убедить, солгать, я пришел вернуть Кунари его соплеменников, запугать, думаю, тебе лучше изменить свое решение, и немедленно. Я думал, что ты могла выпустить его под мою опеку. Да, мы знакомы целых минут 15. Ну и морда у нее просто жесть. Ну ладно, короче, если бы я не взял Лилиану, то, наверное... То, наверное, это пришлось бы ее либо запугивать, либо вообще ничего не делать. Мне вот интересно, как назначить кнопки на такую дальнюю эту, на такие дальние ячейки, типа вот эти. Например, в Вове-то это легко, просто жмешь, типа назначить клавишу, жмешь сюда и все, и назначаешь прямо здесь клавиши. А вот здесь это в настройках для каждой это есть отдельная настройка, что ли, для каждой ячеечки. Надо будет проверить. Потому что я не хочу, типа... Так, Морриган, мне бы хотелось узнать, веришь ли ты в Создателя? Отличный вопрос. Конечно, нет. Мне не свойственный примитивный страх перед Луной, а потому не приходится верить в сказки, чтобы спать по ночам. Но ведь возможно, чтобы мир существовал только по воле случая. Духи, магия, все эти чудеса, которые окружают нас. Ты же знаешь, что все это существует. Отличный аргумент, Лилиана. Классический аргумент верующего. Но это еще не значит, что их сознательно сотворил некий вечно отсутствующий бог-отец. А это типичный атеистический этот. Стало быть, всего лишь игра случая, и что мы оказались здесь... Бля, я не успел дочитать. Паузу не поставил, называется. Бесполезно и пытаться поставить порядок выше хаоса. Природа по самой своей натуре хаотична. Nature is, by its very nature, chaotic. I don't believe that. Я в это не верю. Я верю, что у нас есть цель. У всех нас. Твоя цель явно в том, чтобы мне докучать. Да. Стандартный диалог. Походу, Фирпул топовый. Ну еще бы. Это же лучшая игра десятилетия. О чем вообще речь? У меня есть ключ от твоей клетки. I confess, I did not think the priestess would part with it.
Они согласились выпустить тебя под моим надзором. Set me free, and I will follow you against the blight. А если я поручу тебе кое-что другое, если ты понимаешь, о чем я? So it is done. I will follow you into battle. In doing so, I shall find my atonement. Если ты меня разрешишь тебя убить, спасибо, я рад, что ты с нами. May we proceed? Но ты мне не нужен, так что пока. Пока, Стен. Так, значит, чё? Тут мы квестов понабрали, вроде как. Значит, пошли. Так, у меня все ауры включены. Ладно, она включит свои ауры, когда мы... Нихера себе их там. Так, ну давайте попробуем... Так, ну, типа лучников я немного... Да. Подкоцал. Вышло на самом деле не так уж и клёво. Всё. Блин, а тут можно накрафтить, короче, этого? Ну, я не знаю, накрафтить чего-нибудь. Можно здесь? Так, собачки вроде разобрались. Накрафтить, короче, этих зелий лириума. Я бы хотел, на самом деле. Потому что что-то то, как у меня быстро... Кстати, во время боя тоже шлемы теперь. Короче, мод доработали, потому что я когда примерно год, наверное... Бля, мы еще в бою, типа. Ну-ка, выйти из боя. Есть кнопка тут выйти из боя? Да, да, но они нас заметили. Так, Алистер, придется все-таки пить тобой целебные настоечки. Давай большую сразу, че уж. А еще надо Морриган понемногу управлять, а то у нее совсем уж мало этого. Это она совсем уж с пылы не юзает, хотя у нее и так мана кончается. Ладно, хрен с ней. Эх, Алистер, надо ему скорее собрать, короче, эти. Доспехи. Так, может, начнем атаковать врага? А то что-то встали. Надо ему скорее доспехи, короче, этого короля. А можно накрафтить? Тебе же надо найти пауков. Ну, я же не это. Не все квесты. Не на один какой-то конкретный квест иду. Во-первых, тут... я знаю, где пауки. Пауки где-то там, за рекой. Во-первых, здесь не респятся враги, то есть я их сейчас один раз убью, и они, по-моему, больше никогда не появятся, если не ошибаюсь. Нихера себе Лилиана себе нафигачила тут всяких аур. Значит, это аура, у нее энергии вообще не осталось. Полтинник 35. Вот поэтому я и не очень люблю, на самом деле. Так, а взлом-то у нее прокачан? Прокачан. О, аптечка, хорошо. Моя первая взломщица. Как это приятно.
Так, неограниченное количество этой пыли будет в башне магов после завершения там одного квеста, а в лагере долийцев будет неограниченное количество корня смерти для хилок. Это забавно, кстати, хилки делаются из корня смерти. Это весело. Так вот, когда я примерно год назад играл в Origins, ну, может, меньше года назад, и вот этот мод на скрытие шлемов, он, короче, просто снимал их, когда, типа, диалог ведется. Ну, вернее, не это. Дерево-ориентир. Хороший ориентир, больше ничего примечательного. Вот. Он их просто снимал, когда бой не ведется, а в бою надевал шлемы. А теперь он прям, я так смотрю, шлем всегда на мне, и при этом его всегда не видно. Так клево. Всего-то понадобилось лет 6. Так. Тихо. Ну, блин, я, к сожалению, не могу... Да, ремесла, я понял. Я, к сожалению, с такого расстояния даже не могу разглядеть, кто они. Ну, ладно, попробуем. Из эльфийского корня. А, ну тогда... Тогда это логично, потому что в Dragon Age там тоже из эльфийского корня все делается. Так, предводитель разбойников. Ну, сиди в клетке тогда. Текс. Не знаю, зачем я маны выпил, на самом деле у меня все равно все на КД. Мне просто на пробел еще периодически жму по привычке, короче, из доты, потому что у меня в доте пробел на это выбор персонажа. Вообще-то все противоядия делаются из самого яда в реальной жизни. Маны хватает на 4 скилла, но пока да. Пока да. Большое зелье лириума. Сталь, сталь, сталь. Ну, кстати, хорошо, стальной доспех для Алистера как раз, а то он в кольчуге ходит, как бомж, его пробивают все. Так, короткий лук Тис, 6 урона. 14, ничего особенного, по-моему, Лилианы получше. Текс, Алистер, смотри, что нашел. Нашел, короче, то, что ты надеть не можешь, прикольно, да? Да... Супер клево. Ну ладно, 22 силы я ему на следующем левеле сделаю, как раз его приодену. Кстати, он без шлема по какой-то причине. Кто у меня еще не одет, блин? О, это вообще голая. Ну ей, ей ничего одеть не могу. Так, эту я одел, но кольца надо ей какое-нибудь дать. Устойчивость к холоду. Алистер, у тебя тоже кольца, по-моему, нету. Ремень, устойчивость к духу. Тоже тебе. Талисман, сила воли, броня. Окей, вот так вот. Это танк, типа, надо его в первую очередь одевать, я так полагаю. Чистых вот, сила воли. Вот ты как раз маг, а чё у тебя? Сила воли, психическое сопротивление. Лилиана. Хитрость, психическое сопротивление. У всех у них хитрость какая-то. Вернее, у всех у них психическое сопротивление. Лола, у меня перчаток даже не надето. Чё-то я как-то упустил немного этот момент. Аптечки. Вот, блин, хреново то, что, короче, каждым персонажем нужно это все расставлять постоянно. Не то, чтобы это прям хреново. Блин, 4 уровня зелья лириума будет, охренеть. Жесть. Ну, на них на всех разные КД, если я не ошибаюсь, типа, то... И хилок тоже 4 уровня, если не ошибаюсь, опять-таки. Так, немного я и сдвинул. Надо сделать всем одинаково, чтобы было. А то не комильфо. Ну, этим один раз, типа, занимается. Главное, сохранить после, сохраниться после этого. А, и аптеки я забыл раскидать.
Так. Аптеки раскидать. Перфекционизм. Ох уж этот перфекционизм. Так. Все. Всех все одинаково. Сохранить. Бабе не нужна одежда. Ну, да, Морриган и без нее выглядит норм. Так, а пауки, значит, не за рекой где-то, а дальше там. Что странно, кстати. Я думал, что они где-то здесь. Разбойника не облутал по какой-то причине я. А, там еще разбойники. Ну, или не разбойники, а какие-то... Силириумы. Это я молодец, конечно. Булыжник, беженец. I don't know if you killed King Kaelin, and make her forgive me, I don't care. But that bounty on your head could fit... Attack! Чё, серьёзно? Вы даже не хотите сдаться? Ну, то есть не сдаться, а это... Это очень непредусмотрительно с вашей стороны, ребят. Так, а теперь, Морриган, давай-ка ты отойдешь. Ой-ой-ой, она нам... Блядь, как много. Так, пошли в безопасное место. А то тут кое-кто сейчас взорвется. Не понял. А, я не накинул на него по какой-то причине этот. Тюрьму? Блин, отстой. Так, зацепил двоих в итоге. Так, и не сделал взрыв разума. Ну вот у меня ОЕ нету никакого. Вот в чем проблема. Типа было бы у меня ОЕ... Я бы с этими бомжами справился вообще на изи. Я так, типа, не особо сложно мне, но... Они же бомжи, обычные, типа, крестьяне, которые взяли палки в руки. На девушке должно быть или платье, или ничего. А платьев у нас нет. Эх, сексизм. Что, все что ли? Будем считать, что ради этого сундука их убивали. Блин, какой же разброс жесткий по экспе. У Морриган меньше, чем у нас с Алистером, у Лилианы вообще экспа в жопе. Вот мне это всегда не нравилось в Dragon Age, сука. Ну сделайте как в Mass Effect, чтобы все апались одновременно. В чем проблема-то, я не пойму. А ОЕ будет массовый паралич. Ну это клево, конечно. Вываренная кожа. Но как-то немного не то, на самом деле. Блин, странно. Я думал то, что уже здесь, типа, будет этот. Тихо, секундочку. А чё это вы уже на него... А, это еще и порождение тьмы. Это на самом деле забавно, типа, тут из серых стражей только я и Алистер, но, тем не менее, с порождениями тьмы мы сражаемся все вместе. Так, хорошо, оно лопнуло. Что-то они меня, я так понимаю, атаковали, потому что у меня немного ХП того. Немного ХП того. There, да, я вас знаю.
Добро пожаловать. Rodon Fedic, merchant and entrepreneur. Hello. Road's been mighty dangerous these days. Mind if I ask what brings you out here? Не думаю, что вам хотелось бы путешествовать в компании Сервостражи. Это был бы долгий рассказ, но вы, конечно же, можете составить мне компанию. Серый Страж. Я надеюсь, я сейчас не сильно облажался. Тем, что сказал, типа. Хотя нет, подождите. С ним все равно можно поговорить. Разве нет? Он вроде как должен в этом, в лагере в моем сидеть. Разве нет? Или мы еще встретим его? Наверное, мы его еще встретим. Пауки, наверное, появятся при следующем заходе на локацию. Это странно. О, кстати, яд нашел. Тогда пауки нам и не нужны, в принципе. У меня яда две штуки. Если у Лилианы внезапно не стояла хрень, чтобы она... яды... трогала. Нет, у нее не стояла хрень, чтобы она трогала яды. Тогда мы делаем яд и пойдем отдадим его. Ловушки у меня так и не апнулись, потому что я... потому что некому мне их вкачать сейчас. Типа, ловушки, очевидно, должны быть уроги. Но Лилиана... к сожалению, когда здесь напарников берешь, они сразу же этот... пауки. Так я был возле реки. Я вдоль всей реки вроде как прошел. Или нет. Или нет. Да уже, в принципе, пофигу. Яд нашел. Экспу за квест получу в любом случае. Не туда пришел, да? Нет, ты же хотел. Some folks aren't happy about. Isn't that the most ridiculous thing you ever heard? Блин, чем я так это? Меня что, жидким азотом облили или чё? When Tian Logan marched by, he left those fellows behind to look for Grey Wardens. I suppose that's you. I have no qualm with you, whatever the Tian. What can I get you then? Luck? Я немного забылся на самом деле. Что это? Почему я так колбашусь, я не пойму. Это не мое оружие. Шлейф от оружия. Ну так а почему он только на мне? И, по-моему, здесь все эти эффекты вообще только во время боя должны проявляться, разве нет? Ну-ка, Морриган, выключи-ка. Ну вот, видите? Я выключил, а он все равно. И оружие-то ей не менял никакое. Оно вообще духом бьет, а не этим, а не... ну ладно, хрен бы с ним. Хрен бы с ним. Будем таким. Я забыл, где, короче, этот. А, в таверне. Или в церкви, нет. Проповедник какой-то. Почему ты вечно говоришь о том, что я какой-то тупица? Я не тупица. I'm very impressed. No, you're not. You're not even listening to me. My, you are smarter than you look after all. Your chantry must have been very proud.
Да, very proud. Глюк анимации. Да я понял, что глюк анимации. Blessed are the peacekeepers, champion. А, это он мне типа голду дал за разбойников. Последний подарок. В деревне сиротивший мальчик, хозяйка пропала. Когда пишется мои слова, минула почти неделя после исчезновения. Полагают мертвый. Да благословит создатель ее небесный путь. Если путник, либо местный житель наткнется на нее в лесах, пусть вернет ее тело, вещи. Окей. Найти мать. Я забыл, где, короче, этот хрен, который продает все подряд, короче. Да, вот. Примерно описание я такое дал. Так, еще есть квест какой-то? Когда нападают медведи. Блин, медведи это жесткие. Я так и не понял, что надо сделать. Что сделать-то надо? А, отыскать семейство медведев, покалечили, убили мальчика, окей. И мне просто казалось, что этот квест, который я взял, он в этом. Квест на медведи — это тот квест, который был с разбойниками. Типа он остался там, просто он чекнутый уже. Но это все новое оказалось. Грузись! Ты грузишь одно здание, игра. Только не вылетай. Лучше бы подсказали мне, где этот хер сидит, который, блин. Ловушки хочет расставлять. Так, ну-ка попробуем. Лилиана, ты ж не против воровства в церкви? А, нужен ключ, окей. Ладно, тут был еще один сундук. Сейчас. Это не воровство, это бронзовый символ. Вот, Андрасте. Я тебе его потом и подарю. Ты его украл у церкви, а я тебе его потом подарю. Вот я какой хороший, не правда ли? И вы мне так и не сказали, где этот торговец, который давал квест на яды. Он в таверне. Я был в таверне. Я подошел к какому-то этому хрену. Этот хрен вообще не тот оказался хрен. Или тут много таверн? Что-то я немного запутался. Вообще, почему не отображается? Блин, должно отображаться на карте. Вот где на карте оно отображается? Нигде не отображается. Вот, убежище Дейна. Ну, это ж таверна, правильно? Купец. Пес. Смердящий. Так, отлично, наконец-то придумал вопрос, на который ты не сможешь ответить. Are you talking to me? That's right. You think you're so smart. I've got an academic question that I bet you won't be able to answer. Oh, I doubt that. So tell me then. What was the name of Andraste's husband? This is a religious question, not an academic one. You're joking, right? A five-year-old could answer that question. Do you not know more than a child? I care nothing for your religion. And this game of yours is over. Oh, how the mighty have crumbled. Не, это все равно, что спросить, блин, как звали восьмого ребенка пророка Мухаммеда в этом, в Коране. Да, я же, ну, вот смотрите, я зашел, поискал неписи с восклицательным знаком над башкой. И вот где восклицательный знак над башкой? А вот он, Барлин. Где твой восклицательный знак, сука? И сколько золота он мне даст? Так, что-то игра начала... Ты ни одного золотого не дал, сука! Что-то я не понимаю, игра начала лагать или что? Сейчас. Загрузка Origins, OBS, Chrome. Хм.
Какие-то долгие подгрузки пошли. Может, из-за этого бага, блин, графического? Рак. Нифига не рак. Это разработчики игры раки. Чё, они не в состоянии сделать эту, что ли, хрень? Нормальную. Восклицательный знак над башкой. Я чё, всех персонажей должен помнить, что ли? Так, короче, я ребутну игру, по-моему, это из-за этого глюка, короче, с этим... с анимацией. Мне подсказывает человек, который ни хрена не смыслит в игре. Ну, лол. Если ты достаточно внимателен. Вот, это я понимаю, подгрузка. И баг пропал. Надеюсь, больше не появится. Эту игру что-то перезапускать не хочется после каждого такого раза. Может, просто у тебя IQ 180, как у Эйнштейна. Волки. Позорные. И там же пауки, короче. Они... респятся после того, как ты убьешь всех этих. Порождение тьмы всяких и разбойников. И пауки тоже сейчас есть на этом, на побережье. Только они мне уже не нужны. Вот в чем проблема. Видали, да? Ну вы видали? Это был кошмар. Bad dreams, huh? Такой ясный, словно взаправду. Зачем ты меня разбудил? Я в порядке. Well, так, ладно. А почему Дункан это все мне рассказывал? Так, и часто это бывает? Спасибо, Алистер, для меня. Какие сюрпризы меня еще ждут, рассказывай. Defeat the blight alone thing? No. Anyhow, you're up now, right? Let's pull up camp and get him. Так, на самом деле, я... Ага, они все-таки ко мне приперли, Сэндал и этот Бодан. А вот, кстати, этот... Рейвен. Тук-тук-тук. There's a whale tied... to the bird's leg. Try to take it, look at the raven's eyes, leave the bird alone. Пока не хочу, короче. А что интересно будет, если посмотреть ей в глаза? Ну ладно, это я так... Это любым персонажем можно подойти к птичке, и она скинет таланты, насколько я понимаю. Ну, насколько я понял описание мода. How does that sound? Good? Yes? Wonderful. Thank the gentleman. Thank you, sir. We won't be a bother to you and your companions, I assure you. If you should need enchantments, simply talk to my boy. Otherwise, come... Чё-то я не понял, а это... А в Инквизишене этих двоих же не было, да? Это как-то неправильно. Hello. The boy's a bit simple, but he's rather good with enchantments. One of those tranquil fellas actually called him a... What was it now? A savant. I had no idea such a thing. He can fold lyrium into almost any weapon or piece of armor. It's a process that some of the master smiths back in Orzammar wore. And there you have it. Так, ну-ка. Ой. И чё? Шанс чего? Отразить? Самый послушный сынишка в мире. Ну, это потому что он немного умственно отсталый.
На самом деле у него не скидка, у него все дороже. Да? А покупает он тоже все дороже, чем все остальные? А, это я понял, это мне нужно предмет сюда тыкать. Так, и что с тобой произошло? I was a merchant there too, merchant cask. I ran a fairly successful business. Rare artifacts, you know, old things, grand things. The nobles loved them. Reminded them of the lost glory days, I suppose. Так, продолжай. So, as I said, things were going. One day, a noble woman came to my store. Apparently, she believed that a pair of braces I had, he'd been lost in a cave-in, you see, while on an expedition to clear out. They were made specially for him. They're unique, she shrieked. He stopped. She had me arrested on the spot, of course. Nobles, they're touchy. Так, ну я понимаю, почему она огорчилась. I didn't steal them. You see, I've been paying these castless the lost tags. They're full of things that people left behind. Sometimes you can find a treasure. Something worth a little gold. Понятно. Woman, she wasn't too happy with the theft of her brother's braces. I don't know what they planned for me. Bribed the guard that was watching me and took off for the surface first opportunity I got. Never looked back. И вот ты здесь. Увлекательная история. You're quite. Now, is there anything the boy or I can get you? Не с глубинных же троп. We don't rob people, all right? The things in the lost tags, what good did they do lying there? I brought them back. It's not all that different up here. There are places long abandoned by the humans everywhere. If people flee from the blight with good reason, but they forget things. Things with value and meaning. They leave them behind. And sometimes, my boy and I, we find our way to these places before the horde descends. Is that so bad? They destroy everything. Ну это называется мародерство вообще. No, of course not. And when it ends, I will go back to finding ruins or move on. I don't really have much of a choice. Так, упомянул. Так, ладно, покажи свои товары. Текс. Там написано, что у тебя нет предметов, которые можно зачаровать тирак. Я это на эту надпись заметил. Я и не пытался ничего зачаровать, я не удивлялся, почему же я не могу что-то там зачаровать. Золотое веревочное ожерелье. О, рюкзак, 7,50. Ну, надо брать, что делать-то, 7,50. Рюкзаки — это вещь дефицитная, насколько я понимаю. Так, чё ему продать? Оружие. Большой меч. 4 к атаке. Мне его даже дать некому, у меня же... А, Зевран. Блин, а я не помню, где Зевран будет. Так, сейчас. Оденем, короче, Стена в чё-нибудь. Хотя я не знаю, зачем. Довольно бестолковое занятие, на самом деле. Так, нет, подождите, я же это хотел Алистеру напятить, напялить. Кто у меня тут еще есть? Даже не знаю, дать ей, может, эти перчатки, что ли, для брони. Через 2 минуты. Так я не это. Я вообще не обращал внимания на этот экран. Я просто то ли разговаривал, то ли что-то другое делал. Читал описание руны, все такое. Блин, где слотов нам бить? Ну-ка, Стэн, держи силу воли. Тебе она понадобится. Так, а вот луки можно продать все. По-моему, у Лилианы лучше, да? У нее 6,6 урон.
Да, у нее лучше так сейчас. Луки продадим. И я пока не буду с этими болтать. С компаньонами всеми, потому что это займет время примерно час. Или типа того. Так что мы отправимся дальше. В... Ну, за новыми компаньонами, собственно, и отправимся. Чтобы потом поговорить со всеми. Я, правда, не знаю, где Зеврана найти, опять-таки, как я уже и говорил. Так, это... Ее, по-моему, лучше не брать в этот... До меня, кстати, только доперло, наверное, то, что эта идея чуть ли не из Диабло сперта. По-моему... Так, попробуем так. И нам нужно куда? Денерим. Тут у нас эльфы, тут у нас пристань на озере. Вот, мне нужно в пристань на озере. Сначала в Денерим. Зачем мне в Денерим? Я сначала хочу взять этот, Вин из Круга магов. Собственно, сначала магам помочь. Мы ведь сюда пришли посмотреть на магов. Великолепно, они... Меня они просто обожают. В Денериме я... Да пофигу, что двуручник. В Денериме я смогу взять квестов каких-нибудь на вот этот Круг магов? Или нет? Если смогу, то, блин, окей. Но я хотел сразу сюда, на самом деле. Кинжаль. Эльфийский корень. Эльфийский корень. Так, связной. You're the Grey Warden, aren't you? I represent a collective of mages interested in going about their lives without the constant scrutiny of the... Чем могу помочь? And in every major settlement, you will find an inconspicuous sack containing requests from mages all over the land who need the assistance of... Thank you, my friend. We have agents in every major settlement. Make us smile. Там будет квест на дезертиров. Ё-моё, места силы. Ложные свидетели. Орги малификатов у самого моего порога не остались незамеченными, и теперь мне самому грозит оказаться в руках храмовников. Блин, я, конечно, возьму все эти квесты. Но я как-то из-за каких-то этих непонятных магов не особо хочу. Лирана, раздраженный посетитель. А ты чё так раздражен-то, посетитель? А ты чё? Hey, and welcome to the spoiled princess. Is there something I can get for you? Выпить. Почему называется так? My father's idea. He ran the inn before me, and princess decided the country was too dull for her and moved to... Well, she was found murdered, robbed of all the trinkets my father bought. My father died of shock and heartbreak. Mother stopped eating, and I got the struggling inn. The name stuck. Окей. Клёвая история. Мне нравится. Так, Лилиана. Лилиане, блин, надо ей и ловушки, короче, вкачивать, и этот вкачивать. Отстой. Ладно, пошли в Денерим, блин. Кэрол. Ну, у тебя имя, Кэрол. Вроде мужик, а выглядишь как баба. Вернее, вроде мужик, а имя бабское. Вот. Денерим.
Мне в любом случае сюда, в этот Варзамар или куда там надо пришлось бы идти. Прибрежные земли. Ну давай. Рандом энкаунтер. Предводитель искателей приключений. Ну так, искатели приключений — это что, это разбойники нынче у нас или что? Ладно, я тут пока полутаю у вас все. Решили. Что-то остановили, блин, еще и такие мечи постоянные. Ничего, вот как машину починю, буду без этого ездить. Без рандом энкаунтеров. Ну или как минимум мне будут предлагать, брать их или нет. Как в Fallout. Ну вы поняли. Это же весело. И куда вы теперь? С порождением тьми, да что вы говорите? Ладно. А чем это послание? Понимаю, что ж, удачи вам. Я вот не знаю, задание выполнено. Тоже неплохо. Ты нашел небольшую шайку авантюристов, чтобы помешать им дать показания, но все же отпустил их с миром. Ну и идите с миром. Долго еще стрим будет? Часа 4 не меньше? Нет, не часа 4. Час... полтора, где-то так. Ну, сейчас я, короче, в Денериме должен набрать квестов. Я тут... Проблема в том, что я в этой локации не был ни разу. Я типа хрен его знает, что здесь. Как здесь. Бля, как неудобно вас читать. Все живущие в мире суд творения создателя от рабов и до королей. Это же будет нести... Кто же будет нести бред без надобности нижайшим из детей его отставлен? Ну, ладно, я понял. Вырезки из Библии — это очень клево. Проповедница Размунда. Так, правосудие в закоулках. Уничтожить преступников, нападавших на честных горожан в закоулках Денерима. Окей, тут ночью надо приходить, я не знаю, тут как. Во втором Dragon Age можно ночь включать? Найти Рексела. Вернулись выжившие в битве при Астагаре. Да благословит создатель этих мужчин и женщин, и да будет добр к тем, кто пал, защищая от мора наших детей. Увы, один из героев, вернувшихся из-под Астагара, человек по имени Рексел, бесследно исчез. Он... Окей, найти... В общем, да, как и сказано. Найти Секстан Фазеля. Из гильдии вольных моряков. Плыл по делам, напали коварные бандиты. Он лишился чего-то там. Наступление Лагейна. Пришла весть о неминуемой войне. Угрожена стране. Деятельность заслуживает поддержки со стороны. Угу, последняя надежда. Сестра рано слышала сообщение о надвигающемся бедствии. Если кто-нибудь достаточно умелый возьмется сопроводить этих людей, искренне благодарю, что-то там, толщина кожи. Гонец принес этот запрос от рыцаря командира Таноса, хотя рапорты, которые я получаю, без сомнения страдают преувеличениями, но твари, нападающие на Редклифф, доставили мне массу неприятностей. Если здесь есть опытные воины, пусть они соберут образцы тел любых оставшихся существ как можно ближе предполагаемых к источнику. Это, конечно, клево. Обычно до утра играю. Ну, сегодня я начал раньше. О! А, Джустина? Это не Джустиния, случайно? Ну, она тут прям молодая. Не та это Great Divine Justine из Inquisition? Наверное, нет. Там она старуха, а здесь она молодая. Так. Ты кто? I am Sister Justine, curator of the reliquary of this chantry. Pride again. It is hard to live up to the example. И чем ты занимаешься? I tend the books and I tend the sacred relics. I also search for more to add to our collection. Можно найти новые реликвии, что здесь трудно. Люди продают священные реликвии на улицах. A hawker on the street will claim to have an actual finger bone of Andraste. In this city alone you could make the skeleton of 10 prophets from fingers alone. Curators often accept them as genuine. I worry about the authenticity of even our most holy artifacts.
Насколько трудно поверить в подлинность? When I was a curator of a much smaller chantry in Orlais, I thought that false relics... But the life of the cloth is never an easy one, and that explanation always seemed hollow to me. Now I believe it's... We all want a personal connection to the Maker. We want to believe that what we hold in our hands is the act... Faith is of the heart, not of the head. When the heart is ungoverned by reason, charlatans have powerful tools to deceive. And often close to heretical. But I believe that the truth only increases the awe of the Maker. Even false symbols have the power to inspire. But it seems every year we fall more out of touch with the real Andraste. Хех. Не та, про то можно в дополнении Лилиану узнать. Фига у нее уши. Ну да, уши такие там. Там уши такие. Так, как ты думаешь, урна священного праха существует? Certainly. My research indicates that... But it's been lost for centuries. That doesn't stop hawkers from... The real ashes may still be hidden somewhere. Though it's possible the urn broke. Так, расскажи о своей работе. Patience, listening to my diatrap. Suffice it to say, I look for and authenticate holy relics for the chant. Сколько нашла? There's one that might be real. Perhaps you can understand my skepticism. So many claims, so few truth. Of course, enjoy... Ну, что-то не это. Не очень. Так, я так полагаю, они меня туда не пропустят. Пропустите меня туда? In the name of Andraste, bride of the Maker. Be welcome in Добро пожаловать в сей дом. While the cathedral is closed, if you need to make wedding or funeral arrangements, you'll have to talk to Sister Olma. Did someone die? I remember a funeral. King Caelan died, remember? Along with most of the army at Ostagar? Они что, теперь берут склеротиков в этот, в храмовники? That which you fear, living in the shadow of death alone. The death toll at Ostagar was... Или шизофреников. Staggering. We've had a funeral every day for a lot... Are they singing the chant now? He should have retired to Valroyo years ago, but he wanted to stay and serve the remainder of his days in his homeland. It's the Lyrium that does this. Лириум, а почему он не прекратил его принимать? He wouldn't be a Templar anymore. Blessed are they who stand... He doesn't forget who he is. Even if he can't remember anything else. Окей. Кодекс. Будет ли продолжение XCOM? Ну, XCOM пройден. Я играю, конечно, помаленьку в Enemy Within сейчас, но... Это, на самом деле, по сути, это та же игра. Только это. Ну, там плюшки новые, всякие новые локации, новые задания. Некоторые сложные, некоторые не очень. Ну, пару новых этих. Так. Полагаю, он просто вышел за покупками. Он нашел друга и виляет перед ним жопой. Это же маленький ребенок. Ты что, издеваешься? Где твои мама и папа? А, ясно, еще один умственно отсталый ребенок. Ты не можешь оставить его себе. Че это было вообще? Лизель. Сундук. Говорят, здесь можно получить все, что захочешь. Я однажды получил в ухо. Лизель? Что стоит взглянуть на рынке? Much of the city is still a mystery to me, but the marked circle and circled objects can be found in the armorer Wade and his emporium are just to the and if your thirst is strong, head to the Nord Noble Tavern north of here. I am from Orlais. Your Denerim is a fine city, but I miss my Varroyo. She's quite beautiful this time of year. Так, ну и че, что уехала тогда? My brother had trouble with a chevalier, and we departed shortly after. You know so little. The chevaliers are knights of the highest order.
They're the more for their service, they're allowed privileges. They can do whatever they want to the lesser wall. Так, что за неприятности? Chevalier took an incensed. My brother hit him over the head with a... We left that very night and came here. Ударить на этого человека преступление, твой брат поступил дурно. Позволяет насиловать женщин? That and more. Some reveal them for their skill and... But others tread lightly. If you will excuse me, I... Не-не-не, ты мне... It is a pleasure to see... Or perhaps you tire of the smells of the city and would buy my Orlesian oils? Так. And smelling good is not. People judge with their noses as well as their ears and eyes. Perhaps you seek the armor smith, Wade. А я не понял, а почему я не могу у нее это? And if your thirst is strong... Купить-то у нее ничего нельзя, что ли? Я типа хотел у нее купить ученый Фейт. What is it? I have work to do. Записка от хозяина. Я понятия не имею, вообще задание какое-то сделал. Чё, все эти сундуки, наверное, супер заперты, и, наверное, их даже нельзя пытаться открывать. А, это вообще нужен ключ. Но при этом с ними нельзя поговорить, интересно. Так, а ты кто такой? I recognize you from Ostagar. And trust this blood. You're a Grey Warden. Duncan's apprentice. You killed my friend. And good King Kaelin. I demand satisfaction, sir. Ты требуешь удовлетворения? Ты чё, охренел, что ли? Какое ещё удовлетворение? Чё за удовлетворение? A common traitor deserves no common death. We will meet on the field. Meet me in the back alley behind the Nord Noble Tavern. There we will duel. Ладно, если что, хочешь умереть, будет. Я не стану драться с обманутым глупцом. Все обвинения ложь. Пошевели мозгами, скажи... Стражи ни за что не стали бы помогать порождениям тьмы. Твоя ошибка может стоить жизни невинному. Так, ну-ка, мозгами пошевели. Он какой-то он, нет, не... Ты не особо умен, я так смотрю, да. Ладно, пойду сниму с него доспехи после смерти. Ну, скорее всего, нет, но... Какая горбатая эльфийка. Куда он там побежал-то? О, так ты не один. Ну, ты прям... Прям вообще... I am no savage. I would not take advantage of you. Один на один? Nothing at all, sir. I am honor bound to kill you now. Ну я мог бы его обмануть, конечно, или попытаться убедить. Ну окей, один на один. Look after you, sir. Begin. Ой, нет, бомба-то на него не сильно подействует, по-моему. Ладно, постой. Немножко я ману порегеню. Он же не храмовник, правильно? О! Так. Чё-то я немного... Что-то я немного не рассчитал. Да блин, ну я, конечно, если бы я выпил хотя бы одно зелье, я бы его ушатал, как нифиг делать. Но я что-то решил то, что ну его в жопу. Сейчас я сниму, короче, вот этот вот бафчик, восстановлю себе всю ману. Сейчас. Баф больше для команды как раз таки подходит. Ну, это стой тут. Ну и что ты сделаешь?
Вы же не против, да? Окей. Окей. Смотри это. Я тебе выбил в дуэли, Алистер, новую палку. Надеюсь, что ты доволен. И все же соснул. Ну, я уже сказал. То, что я бы не соснул, если бы меня не... Я бы не был таким жлобом и либо на ману выпил, либо на ХП выпил банку. Че это за здание такое? Ну и поскольку я жлоб, чтобы где-то посреди города в какой-то невнятной дуэли вообще, которой и быть-то не должно было. Что-то я не знаю, брать ли эти штуки. Ну давайте возьмем, продадим. Просто слоты. Слоты, это дело такое. Такое ощущение, что здесь, блин, должна быть драка. Сейчас меня у входа такие встречают, типа, ты чё там шарился, ублюдина? Вещи наши воровал? Или типа того? Нет, похоже, что нет. Так. Чё-то там плакат серого стража. Надеюсь, городской стражник будет не против, что я его сорву. Ну-ка. Хорошо хоть нарисовали-то. А, это в нашу пользу он. Потерянная жемчужина. Как будто это... Я не помню, у... Блин, как ее зовут-то, короче, бабу эту? Изабелла, у нее случайно не это, не жемчужина корабль называется? Или это у Джека Воробья только? Ты кто? My cousin and I have trade connections. All Cesar handles the trade stock. I handle other affairs. Ты ведь не Ферил Денниц. Нужна помощь? No, I am not. I am a trader at heart. It has been many, many years since I have seen her. On the docks of Rialto, life is cheap. As cheap as the... You can live a longer life out here. And a wise man can make a comfortable fortune. Straightforward. Predictable danger is refreshing to me. I take Darkspawn any day. At least you can see them. Так, в итоге я... Так, во-первых, каким-то образом он узнал, что я страж. Не затягивай здесь квесты у трактирщика, возьми в башню. Мы не будем выполнять незаконные поручения. Какие поручения? Я не говорил, что я страж, кстати. Ты что-то скрываешь? Я так понимаю, я не прошел хитрости. Я думал, ты торговец. Ты сказал, что ты торговец, а в итоге я с тобой поторговать-то не могу. Сизер. Я не беженец. I didn't think so, sir. You walk tall, proud, not hunched. Sad times. Ой, не то нажал. You're back. You need something? У кого-то незаконный квест? Я не понял ничего про незаконный квест. Так, Каденериме, что знаешь? Так, что у него там? Рецепт погибели магов. Что это такое? Яд какой-то против кого-то. Так, животный яд для яда. Лимфы всякие. Реагенты. Ну ладно. Видно, ничего интересного. У него нет. Торговцы от Ордена Воронов.
Жемчужина это, наверное, на карте Денерима. Вот, еще какой-то хрен хочет со мной что-то. Сержант. You here to report another crime? I swear we should just cordon off. Oh, can I help you, Warden? Откуда ты знаешь, кто я? Your likeness was passed around to the senior guardsman at the palace. Don't worry, even if I believed the official story of what happened at... If I asked my men to apprehend you, they'd all run and cry big sobby tears in their court. Don't disturb the peace in the market, and that's well enough. Я тут у вас одного рыцаря убил, вы же не против, да? What? Помощь? I mean, yeah, I've got a pretty popular establishment. If I send my boys in, someone might get, maker forbid, hurt. And I'll have to explain to their noble fathers that being a guard is actually dangerous. The name of the whorehouse is the Бордель Жемчужина. Any mercenaries that are out of line and send them a message. I said beat down, not kill. Let me make that really clear. Not on fire or exploded or make a nose, whatever type. Sorry. Used to giving orders to my boys. Just leave them breathing and I'll be happy. Thank you, Ward. Не совсем представляю, как я должен магам их не до конца убивать, но окей. Мешок сообщества магов. Связной сообщество магов. Я типа да, я все это возьму как бы, но поскольку я против магов, ну не то чтобы я против магов, я сам маг, я против магов, которые идут против церкви, потому что мы любим Андраста и создателя, и Мейкер хранит нас, все такое. Херен. We have the finest armors in Denerim, maybe in all of Ferelden. Ну-ка, расскажи о городе. Especially those that deal in weapons and armor. Master, ну-ка, выйди. You're obviously not from around here. That's not true, Heren. The dwarves of all these piles of rust droppings you force me to make. Oh, you never let me have the time, the material. Customers expect their armor in a timely fashion, not years late like the last time. That happened once, just once, and you never let it drop. Так, кто хозяин? Wade owns the Emporium, but without expert assistance. Let's just say the Emporium has improved. But I do miss the good old days. I could really take my time. Oh, by all means, you can return to them. And to the Groot. No, no. Sorry, Heren. Certainly. Прикольно. Так. У него действительно тут всякая шняга. Продаются доспехи, собственно... Чего я еще мог? Heren, the bloody customers are both... Sorry, sorry. Wade is a genius, but he doesn't deal with customers. And tell him I don't want anyone looking over... truly... Вот же ж мудак. Так, Лилиана, иди открой у них штуку. Лилиана, че ж ты так сосешь-то? Еще рано, чтоб ты начала это делать. Это кузнец Скайхолдовский. Просто их главарь пощады попросит, его можно убить, а можно помиловать. А, ну окей. Так. Таверна. Дверь родственников мага крови. Лол. Маг крови. Интересно. Зайти. Задание обновлено. Прийти к оставшимся домам родственников тех, кто обвинен в магии крови, помазать входную дверь каждого дома козлиной кровью из склянки, помести все 4 дома, вернуться к сообществу магов за наградой. А если они на самом деле маги крови? Блин. А, вообще, это как бы, типа, это... Сперли из Библии хрень эту. Потому что евреи мазали, типа... То ли бараньей, то ли козлиной кровью свои дома, чтобы ангел, милостивый ангел, господень прошелся и мимо их домов, типа, и не убил их первенцев. А у египтян, которые так не сделали, он убил первенцев, потому что господь милосерден, очевидно. Гарим? In times like this, surely your group could use some extra protection on the road.
every piece comes with a stamp of a... Every piece? Так, а где таверна-то? Я бы, типа, рад в таверну зайти, на самом деле, как мне и сказать. О! Вот, похоже на таверну. Там пони просто какой-то нарисован. Горцующий пони, возможно, таверна. Вот ты точно таверна. Трактир. Трактирщик. Ты только посмотри, что эта дама на себя напялила. Это она так пьяна или просто вкуса нет? Официантка или вот эта стражница? Да если что, у вас одинаковая броня надета. Так, чтобы ты осознавала, Лилиана, всю глупость своей фразы. Трактирщик. Кому-нибудь помочь, может, с чем-то не вполне законным. Бля. Ну так что-то не вполне законное, но, блин, читать все эти кучи квестов. Это... Ладно, я буду уже по мере, собственно, самих квестов разбираться, что делать в них. Убивать там кого, не убивать. Привет, стражник. Это у тебя отстойный наряд? А ты кто? Don't even think you can spill that and leave it for me to clean. О, еще связной. Make us blessings upon you, warden. Обычным магам нечего бояться. Так я типа предупреждаю магов, когда им... Когда их это... Now we drink more. I'm a crimson ore. Which way you look at all will rip your damned eyes out and piss in your skull. Another round for me, Ben. Так, их надо убить. Не знаю, каким образом, но... Они явно плохие. Они хотят писать в череп. Не, Буми. Если бы они не хотели писать в череп... А вот вообще, насколько смышленый Мабари, как думаешь, понимают ли они все, что мы говорим? Ignorance is bliss, isn't it? That's what the Chantry kept telling me anyhow. Moron Papi, кто у нас тут тупой щеночек? Окей. Что? Что? Я должен это сюда переместить? Нет, что? Что-то сундук какой-то. Это мое хранилище или типа того? Легенда, часть третья. Лилиана тут постоянно будет про шмотки, туфли высказываться. Она вообще по туфлям больная. Подарочные туфли ей. Ну да, она в третьей части говорила то, что она типа... любит. Говорит, я могу сделать это для тебя, я сделаю это. А потом такая... И ни хрена не сделала. Ну ладно. Так у кого квеста взять? Ящик для квестов воронов? Если в сундуке ничего нет, то он будет пустой? Это опять режим Кличко, что ли, включили? Я не понял. А ну, не начинать тут мне. А то я вас знаю всех. Зрители оставшихся распугаете. У кого брать-то квест для круга магов? Я вот только что в таверне был. Или это была не таверна, это был этот... гостиница, типа. Yes. Что ты тут делаешь? Кто ты такой?
This is his house. И кто такой? He's an eminent scholar and researcher. When you first came in, I was hoping that you had news of Brother Genitivi. Wishful thinking. Каких новостей ты ждешь? Brother Genitivi in weeks. Genitivi was on the trail of the Urn of Sacred Ashes. I fear he has gotten too close to the truth. Беда могла присутствовать из-за урны. I tried to send help, but some knights came from Redcliffe looking for him not long ago. I sent them after Genitivi, and they too have disappeared. Куда ты их отправил? Don't ask me where they went. You'll go after them. This search is a curse on all of us. Some things are not meant to be found. I know that now. So be it. All he said before he left was that he would be staying at an inn near Lake Callenhard, investigating something in that area. I don't know. All I discovered from going through his research was that he was staying at the inn. Good luck. Так. В таверне тоже стоит волонтер. А, я уже взял. В комнате с гопниками. Ну, я видел этого волонтера, я к нему подошел, он мне ничего не сказал. Так что я не понял. Я уже взял, оказывается, квест, но, видать, на доске он был. Или типа. Почему это? I'm sorry, but that room is not for guests. It's full of books and papers, and I'd rather they were not disturbed. I said no. Genitivi was a very private person. Yes. Ладно. Пока не будем трогать его комнату, мы сюда все равно еще вернемся. И вот тогда я всю комнату обтрогаю. Все, уже взял. Ну ладно, пошли тогда уже. Сейчас будет экшон. Чё такая долгая загрузка? Так, сейчас будет экшон. Надо только найти выход из города. Не будет прям мега клёвый экшон. Так, эти ворота это не выход случайно? Нет, почему-то эти ворота не выход. А, выход слева. Он мне даже указывает. Налево иди, говорит. Окей. Ладно, я помажу, типа. Не совсем понимаю. Ой, блин, есть еще и Сара какая-то. Сара, привет. Тихо, какой у тебя пес великолепный. Как взглянуть на тебя, сразу о нем думаю. У леди Сесили... Я жила у нее после смерти мамы, была собака миленькая из тех, что носят под мышкой и сажают на колени. Он весит больше тебя раза в полтора, наверное. Бон-бон? Бон-бон. О, Бон-бон был террором. Лол. Бон-бон. И потом он атакует твои ankles. Рather sharp teeth in the ankles. Very painful. He attacked me once. Latched onto my leg. I thought it was a diseased rat and kicked. Бон-бон flew across the room and over the baluster. He survived, but he never came near me after that. Короче, во-первых, его надо за сундук потрогать. Что? Я не понимаю, нормально напиши. Что значит за сундук? Блин, Сара. Вроде Сара, а персонаж какой-то нет. Назвали бы ее обычной жительницей. Ну ладно, наверное, еще в дальнейшем. В смысле, я должен какие-то квестовые предметы в этот сундук складывать или чё? И есть ли у меня какие-нибудь квестовые предметы, которые я могу уже положить в этот сундук или нет? Так вот, Бон-Бон это... Ой-ой-ой-ой-ой, это только одна часть. Господи, это только часть этого города. Торговый квартал, есть еще грязный закоулок. И темный переулок, и портовые задворки. Ей надо похоронку дать. Ну, я понял, что она квестовый персонаж, но я типа еще не могу. А, все, могу я уже в этот, блин, в пристань идти? Беженцы, лотеринг. А где этот? Хм, странно. Гражданская война. Можно идти на пристань. Я хочу на пристань.
А по поводу бон-бон, это с французского, по-моему. Типа, какая-то хрень, связанная с конфетами, типа. Нет, нельзя идти на пристань. Ну а что же мне делать? Просто скажите, у кого взять квест, чтобы я пошел уже на нормальное это, поиграл чуть-чуть, а то... Господи, вернись. Вы же сказали, что я уже взял. Если я уже взял, то почему тогда мне нужно еще что-то делать? К волонтеру в таверну. Вот таверна. Вот она, таверна. Вот тут волонтер. А, твою мать. Блин, я этот сундук не заметил, потому что он, не знаю, не подсветил, не подсветился. Нет, подсветился. Ну и отстой. Ну и отстой. Я просто не могу привыкнуть к такой фигне, то что типа... Ты, блин, берешь квесты, и там нет восклицательного знака. Всегда квест-гиверы обозначаются в играх восклицательным знаком. А тут как-то не так. Тут надо самому выискивать все. Прям, ну, я говорю, блин, как это. Как в Baldur's Gate каком-нибудь. По-моему, там восклицательные знаки тоже не это. Сообщайте, что твой муж убит. What? Любимый мой. Все. И не появляйся здесь больше. На карту мира. А можно выйти на карту мира без этого? А, можно. Я думал то, что это... То, что надо обязательно искать выход из локации, а можно через саму карту. Вот это fast travel. Че, все, теперь точно можно идти? А, вот жемчужина, кстати. Она в городе находится, я думал, она на карте мира. Бля, меня на самом деле пугает вот это вот количество квестов. Это просто жуть. О, вы просто посмотрите. Это все квесты, ребят. Это все квесты, мать твою. И всех их надо будет выполнить в дальнейшем. Все, я пошел, короче. Мне надоело ждать одобрения. Я пойду с магами развлекаться. Ну и что? Че остановились-то? На... Давайте посмотрим, что у нас там. Ой-ой-ой, это одержимый. Одержимый. Он один, что ли? На тебе тогда. Так, клеточка на него не сработала. Нет, не трогай меня. Да, вот Лилиану можешь трогать. Хотя тоже не за самые причинные места, пожалуйста, а то это. Так, ну одержимого одного мы затыкали. Ага. Кольцо Фелдспора. Я так понимаю, это квестовый айтем. И Ренальд, это квестовый парень. Дневник Ренальда. Мольба. Задание обновлено. Вы нашли тело Ренальда. А также одержимого, который убил его. Дневник Ренальда рассказывает о последних днях его жизни. Вернитесь к сообществу. Ну, то есть это сообщество не только плохие квесты дают. Например, этот квест вроде как хороший. Типа, я нашел одержимого, который его убил. Это же хорошо? Наверное, хорошо. Так. И тут я должен что-то, короче, сделать. Дезертир, головорез. Ребят... Ну вы головорезы. Самуэль Л. Джексон. Тут откуда все знают, что я серый страж?
Oh? What was this about? Oh, I see. I refuse to answer to a pawn of Tau. Что-то не вышло. Что-то не вышло. Да почему меня ты трогаешь? Отстань, я всего лишь один спелл на тебя накастовал, мразь. Оу! Оу! За что они так, во-первых? А во-вторых, как я резнулся? Я немного на другое рассчитывал, на самом деле. Дезертир Самуэль. Припасы гильдии. Ну, значит, он действительно их украл. То есть, то, что я его убил, ну, он сам виноват. О, и здесь этот ворон. Он на каждой локации, блин, что ли? Лодка ориентир. Мои портреты у всех военных. Ну, ну и пошли они. A little something extra. For friendship. For friendship. Friendship is magic. Кстати, в тему, ведь он же маг, типа, и я помогаю магам. Сейчас в лагерь вернусь по-быстрому. Не хочу аптеку тратить, а то еще мало ли. Во время этой придется ее тратить. Во время миссии. Так, лагерь. Тут собачкой можно пописать на ориентир. А-а-а, вот зачем. Ну, тогда это очень важная, типа, тема, конечно, пописать на ориентир. Так, как всегда, немного магии. А, мне 14 хитрости надо. Если не ошибаюсь. Ой, еще и я могу теперь взять эту штуку, но пока недоступно. Но, типа, я возьму. Так, это точно будет не оборотень и не духовный целитель. Это будет боевой маг. А вот на 14-м... А почему я не могу до сих пор взять, мне интересно? Специализация-то... Я же 7-й левел, да. Вариант обычных классов, дающий бонусы к параметрам и новые наборы способностей специализации можно открывать, выполняя сюжетные задания. А, выполняя сюжетные задания, окей, я еще не выполнил сюжетные задания, чтобы специализацию взять. Так, что мне здесь апнуть? У меня одно очко. Я вроде в этот... Во, воронка смерти, я вот ее хотел, а то мана... Мана плохо. Мана плохо. И 14 это, я, кажись... Не вовремя вкачал, сделаем вот так. Возьми Стэна, у него печеньки есть, он храмовника на причале покормит. Спецухи научить, да? Ну я понял, что спецухи научить должны. Так, так. Ты пассивочка, ты включаешься. Хорошо. Стэна взять, да? Ну ладно. В данный момент я не могу путешествовать, потому что я типа в бою, да? Ну выходи из боя тогда. Эй, персонаж. Не хотели бы вы выйти из боя? И все равно не могу путешествовать. А если я вот так вот сделаю? Так, Стэна, значит, да? Я знаю, что Морриган туда лучше не брать. Потому что Морриган... Морриган крайне не-то... Не любит в круге, потому что она отступница. Я-то молодец, а вот она нет. Хорошо, Алистер, тебе нужно до 22 силу поднять. Даже вот так вот сделаем. 23 силы и 1 выносливость. Этот уже храмовник, блин, еще до 7 левела. Так, таунт. Таунт это хорошо. И что это все? Ну ладно. Так, что-то я ему хотел давать всякие плюхи. Так, сталь. Да, я хотел ему из стали дать шмотки, плюс этот щит. Че у него не стальное? Все стальное? Серый чугун? Но почему-то все равно бонус за комплект дался. Хотя у него не стальной шлем, а серый чугун, а все остальное стальное. Не совсем понимаю, как это работает на самом деле. И на самом деле я даже не знаю, как посмотреть вот этот бонус. Что за бонус? Что он дает? Ау, бонус, ты что даешь? Неизвестно.
А у меня перчаток до сих пор нет. А, еще и меч хотел ему дать, да? Алистер. Есть для тебя меч у меня, путник? А, это двуручное оружие. Сейчас. А, я ему дубину давал. На, держи. Привет, Сокора. Привет. Привет. Так, я тут лутал. С собачкой я как-нибудь потом пописываю. Я поставлю, наверное, мод, чтобы собака была вечным этим компаньоном пятым. You're not looking to get across to the tower, are you? Because I have strict orders not to let anyone pass. Мне нужно попасть в башню. Tower? No one. The tower is off limits to all. Это дело Ордена Серых Стражей. Мне нужна помощь первого чародея. No. I have one job and one job only. And by the maker's shiny gold cutlery, I will do it. Ладно, я так понимаю. Я так понимаю, то, что если я не скажу, что я серый страж, я никак не пройду. У меня есть документы. Yes. Oh, a Grey Warden seal. Aha. You know, I have some documents too. They say I'm the queen of Antiva. What do you think of that? Ты ведь королева женщины. Don't question royal. Anyway, it was nice chatting with you. Now, on your way, right now, go. Ну, Кандиру не понравится, что ты чинишь мне препятствия. Oh, really? You think Gregor would be upset with me for not letting you in? Wait, actually, he would. Good point. Лично мне Грегор никогда не нравился. Кстати, Грегор, это же наш этот. Это же тот самый. В таверне еще похоронку отдать надо. Да, мне Грегор никогда не нравился. Не понимаю, зачем мне Стэн в таком случае. У меня и так дар убеждения сработал. В таверне похоронку отдать. Ну ладно. Пошли попробуем. Авось получится похоронку-то отдать. Ларана. No, I can't believe. Ну, все они can't believe it. Кстати, а ты что мне скажешь? Welcome back to the spoiled princess. How may I serve you today? Брат Женативи. No, of course not. I've never heard of him. Если ты никогда о нем не слышал, откуда ты знаешь, что его здесь нет? I know everyone staying at my inn and I've not heard of this person. Why would I be? Listen, the person you're looking for isn't here. You should be. They're watching me. I can't speak openly. They're looking for anyone asking for this brother Genitivi. They told me to act like nothing's wrong and just deny ever having seen the brother or the knights. What can you do? I do what they want. You should be on your guard and leave. Quickly. I don't know what happened to the knights, but I doubt it was anything good. Goodbye, and make a turn. Так, что-то он не очень. Отыскать урну. Хозяин, избалованный принцессы, считает, что рыцари Редклиффа, которые отправились на поиски брата Женатини, вы могли попасть в беду. Тебе лучше быть на стороже. А, это вообще урна святого праха квест, нифига себе. Я вообще не знал, что я его делаю. Тихо. Я тут чатик читаю. Сектант. Потрошитель. Предводитель сектантов. А вот, ну-ка, я не помню. Во втором, короче, Dragon Age, по-моему, чем больше ХП было у человека, на которого ты ходячую бомбу кидаешь, тем больше она дамажит. Здесь есть такая фигня? Поражает отравой, погибает во время действия, взрывается урон всем поблизости. Хм. Странно. Значит, нет. Ну ладно. Я вот боюсь ходячей бомбы просто всех своих покоцать.
Так, а теперь я отойду, пожалуй. И все равно получу свой урон. Я уже без маны. Ну что за дела? Я же высасываю ману из трупов, разве нет? Как это работает? Пока активна способность, заклинатель впитывает энтропическую энергию, вытягивая атаки сил из мертвых врагов, восстанавливает ману. Восстанавливай ману. Вот. Все равно мало. Стэн, ты в безопасности. За Алистера не ручаюсь. А Алистер почти мертв. Так, у них наверняка письмо у предводителя какое-нибудь. Чё тебе надо? Ничего, ты на труп встал, блин. Мне пришлось с тобой говорить из-за этого. Так, аметист. Смотрите-ка, красная сталь. 32 сила требуется, нифига себе. Тут у тебя, наверное, не хватит. Наверное, даже у Стэна не будет 32 силы, да? Вот сколько у тебя силы? А как мне посмотреть, сколько у тебя силы? Даже не знаю. Вот сколько у него силы. Сейчас я что-нибудь найду. Сейчас понатыкаю кнопок, у меня потом игра криво работать начнет. Короче, хрен его знает, где эта херовина найдется. Нет, они все еще идут за мной. Они все. Так, кстати, я за.